Приветствую вас на канале AsmoDeplay. Мы продолжаем играть Sniper Elite 4. Вот сейчас мы пойдем уничтожать оставшиеся пушки, технику, ну и врагов заодно, как побочный эффект. И поднимаемся в гору. Врагов тут у нас мало осталось. Мы их не терпим. Как-то не приживаются они. Так, идет поиск врага. Что у нас? Да. Ты здесь один находишься, дебил. Кого ты хочешь на помощь позвать? Стены сами себе вон какие соорудили. Так. Судя по этому документу, Луис С. тревожились. Захватили наш радио. Ну и все. Стой, достреляй. Тихо, где ты? Вот он. Все, пусть они идут сюда. Только надеюсь, они там минуты не повредили. Что мы имеем? Ух ты, там куча народа, тут куча народа. Вот что по мне гасило-то. Так, и как мне с ним быть? Ну, обшаривай. Здесь больше нечего искать. Понять не могу, почему ты не сработала, ну ладно. Пригодится. Ох, кладбище, натуральное кладбище. Идет поиск, поиск-то здесь надо вести, дурачки. Так, что мы нашли? Больше ничего не найти. Не ушел. А вот я ушел. Мало того, что ушел, я еще и вылечился и пришел отомстил, если быть правильным. Ага, два раза. Достанете вы меня тут.
Опаньки. Ну бери. Граната с ручкой. Ага, я думал это. Ну блин. Ладно. Сюда пойдем. Кстати, а мы куда идем-то? Можно сходить направо. Вот такой я пакостный. Пока этот не чухнет. Да откуда? Снайпер! Ай-яй-яй! Снайпер! Осторожней! Осторожней! Где ты? Надо как можно больше вас. На. А, бежим. Да как так-то? Блин. Я вам устрою сейчас кучки ломать. Так, многих мы перебили. Надеюсь, подмогу у меня это мне очень пригодится. Некому вызывать. Ты в кого? В меня? Падла. Ну давай, давай. Только мощно долго. Козел. Попал. Там еще друг есть, так что не расстраивайся. Давай я его тоже. Ничего себе. А он с гранатометом. Так, опять бежим.
глаза. Рикошетом. Не убила тебя случайно. Ой, они все. Наверх полез, да? А, вот он. Да, ты, по-моему, да, стрелял по ракетнице? Удар вызываешь. Вот и все. Хана тебе. А вот снайпер, да. Снайпер где-то есть. Мне бы какую-нибудь штуку, которая определяет снайпера автоматически. Думаю, я собрал все, что мог. Так, теперь с него. Ну, вот немножко патронов. Два патрона даже, и то хорошо. Я потому что на них сильно потратился. Надо посмотреть, что мне по запасам. Так. Вот это что такое? Это рассеянный, помеченный. Полностью автоматически. Такого у меня еще не было. Это, видимо, открывать надо, что ли? Ракетница. Так, мне пушку надо там убить. Чтоб мало ли. Одни трупы. Так, патроны. Тут больше ничего нет. Максимально 3, 3, 3, 2. Ну вот еще одну могу взять даже. Мину. Это. Противотанковую. Так, бомбы с ручками у меня есть. Раз он не берет. Ну, все. Давайте. Пойдемте взорвем эту пушку все-таки, которая нам доставила много хлопот. Только мы пойдем в обход. Мы не пойдем на пролом. Вот это, кстати, генератор кто-нибудь может починить. Стой. Нет? Да где ты, падла? Pass auf dich auf! Вот она, пушечка наша. Ого! Как хорошо, что ты сам цепляешься. Так, растяжки. Тело. Дело делает умело. Вот как мне тебя взорвать? Динамит положим. Вот с этой стороны. Вот так. Мы, кстати, давно не пользовались динамитом. А теперь ставим. О.
голову. Вторая голова. Так, Сири. Ой-ой-ой, ой-ой. Что? Не ожидал? Выстрел в голову. Где ты? Так. Вы уж меня простите, что к вам никакой жалости. Вот я так ненавижу вас. Кажется, собрал тут все полезное. Все, можете хоть в Гаагу теперь на меня подавать. Бомба. Чертежи. Чего вы здесь можете вообще прятать? Ух ты. Ух ты. Ну давай, подорвем тебя. Какая прелесть. И на. Так, все разрушено. А, ты наверху. Ну хорошо. Я тогда тут полазю, похозяйничаю. Сразу так? Не понимаю, откуда был выстрел произведен. Не понял, откуда был выстрел-то произведен? Кто у меня стрельнул-то? Ладно, идем наверх. Ой, а мне еще что-то надо уничтожить здесь. Я что-то где-то пропустил. С того края или где? Да? Вот. Упущено было. Так, взял. Дернул. Нормально. А сейчас вас отстрелять надо. Немножечко хотя бы. Надо? Надо. Только как это сделать? Так, чтобы не мумукали-то вы. Он здесь или что, я здесь?
Прекрасно. О, тут еще и громыхает опять. Да где ты? Только не говори, что это ты там светишь фонарем. Так и есть. На. Еще где-то один прячется, падла. Вот они снайперы. Это простые чушки. Ой, какой он злой. Ну давай перебинтуемся. Так. Все, мы его загасили. Можно побираться. Начнем с простого. Приведем. Здесь больше нечего искать. Ну, все, выпрямся. Кто ко мне придет, правда, я там не знаю, кому я там нужен. Ходим как у себя дома. О, винтовочки, винтовочки, винтовочки. Где тут? Опять. Да ё-моё. Вон оно. Оп, меня уже нету. И выстрел. Ну это взорвал. Ох ты, смотрите, кого-то там взорвал даже. Так тебе. Опа. Сколько ты мне горе принес. Тихо. Еще один. Падла. Еще и прячется так хорошо, так гадно. Так, что у меня здесь? Сломаем. Вот такие мы пакостники. Что можно здесь взять? Всего можно. Вот, снайпера. Отмечены снайперские. Ну, что там? Ладно. На. Дернули. Сваливаем. Бумк. Так. А вот где эти стреляют-то? А, вот они стреляют. Так. Вперед. Валим отсюда. Бежим. Прекрасно. Антенна уничтожена. Основное задание выполнено. Так, репликатор какой-то там. Правильно поди называю? Сейчас пушку еще уничтожим. Это так, мелочи.
Надеюсь, мы не успели разбежаться далеко. Еще один. Все. Где ты, падла? У вас что там двое? А так вообще честно? Так, первого снайпера-то ладно, вывел. Почему у вас там двое? Я понимаю, что снайперский расчет из двух должен. Корректировщик и прикрытие. Плюс сам снайпер. Ну я-то играю без товарища. Не поедешь. Отстрелялся. Вот такой я боевик. Так, перезарядим. Да, но нас хорошую охоту начали. О, там еще кто-то есть. Ну что ж, покажись. Не хочешь. Ладно. Не будем тебя заставлять. Где второй? Блин, я думал, она просто стоит. Не говори, что еще один снайпер. Где ты там прячешься? Вот он ты. Ну что ж, так. Как вот мне с вами быть? Никуда не едешь. Ой. Управляйте гневом. Вышли все-таки. Вот засранцы.
куда они поедут. На месте приковал их. Ну, ё-моё, да как так-то? Как так-то? Мне отсюда вообще сейчас никуда не выдвинуться, что ли? Чё у меня? Когда успел поменяться пистолет-то? Ох ты! Ой-ой-ой! Все. Сейчас пистолет и в атаку. Вот так. Сейчас мы подобьем эти танки. Спрятался. Да. Все, крупный калибр отстал от нас. Башня не крутится. Так, и у того вроде тоже башня не крутится. Все. Они на приколе. Ну, пойдемте взрывать их. Да, правда, это будет в окружную все дело происходить. Сколько вас тут? Так, сначала вот с тебя начнем. И на тебе. И вот так вот тебе. Так, тут у нас что? Башню крутишь, да? А тебе спереди надо, если не ошибаюсь. Вот так вот тебе. За счет того, что ты сделала. Ну и убери. 18. Вот, еще два ранга есть. Будет 20. Ну, математика простая. 18, 19, 20. Можно сказать, вот они. Давайте посмотрим на этот грандиозный взрыв. Дуло опустились. Кстати, у минометов так делали раньше, когда фашистские минометы делали так, чтобы дуло вниз смотрели. Вот и все. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте лайки, комментарии. И увидимся в следующем видео. Пока!